Здорово. Ну что же, будем проходить дальше. Звездных войнов. Рыцарь Старой Республики. Так, чем же вспомнить бы, что случилось? Бастилу захватили, узнали, что я был Дартом Риваном. Тайное агентство мы поубивали, оказалось, что эта муха нас подставила. Он убрал других лидеров, чтобы стать главным. А что там еще? Брат Мисси, мы ему там дали. В надежде, что он пиво, да, сделает там какое-то. Блин, и опять я до записи забываю все время нажимать, и иногда с этими разговариваю. То есть, этот нам про войну рассказал, робот немножко поговорил. Миссия ничего особо не сказала. А Джоли про жену рассказал. И то почему. Ну, типа, как я и говорил, что, типа, любить, типа, ну, джедаи могут, а вот... типа, страсть вот это там ведет к ревности, вот это все, типа... А любовь, наоборот, типа, спасает. Ну, все такое, в общем. А это поняла, что это я ее спас, на самом деле, в детстве. И мы дали надежду, что она все-таки может стать доброй, раз я стал добрым. Так, и теперь нам на Карибан. Карибан, Карибан. Снова видение. Поперли. Так, кого с собой возьмем? Ну, давайте джедайскую семейку. Карибан — это дом ситхов, если не ошибаюсь. Здесь храм находится. Нет, здесь вроде бы храм, это не их родина. Храм, храм. Качичу айса одунга. Инкин куно бамули рачикун. Причем в руках постоянно. Мы бросаем вообще, даже ссать с ними. Зайбай, вы везде видели? Рунди Хаудонга Кухунгапи. Уана Кунбес. Чинг Паламур Тонг Кимба на Конгек. Давайте силы. Куями джуз качита найпатога я. Конечно. А чё то? Да, нужна. Та бистю вон конки панпа. Чинг палачиска мули. Да, планет Синг, всё-таки я не ошибся, да, планет Синг. Та дункно сарча дома вама ку тонг хай туам джиджи юмалит па ангин коту. Тольба да бунг валья гандо де наго чучур. Акуче копа,
Тино мули ра кинг паджак слимо. Можешь говорить, ладно. Ладно, все. Мне тут больше не их ловить у них. No, that is the wrong answer. Again, you pathetic hopefuls can't possibly all be this stupid, can you? Watawama mulira, king kunjope shak. No ba muliraji. Johnny Yun Turungchi. We eat. I'm no master. All right, one more question. Patience. All right, let's say you become a commanding officer. I give you an order to spare. Do you do it? Of course. Send us. We would never oppose you. No, no, no. Do you honestly believe that the Sith are in need of such sniveling cowards? Mercy is a weakness. If your leader shows weakness, it is your duty to kill him and show true authority. That is why the Sith are strong. No, you don't understand, and you wouldn't survive 5 seconds in the academy. The art. Bah! I can't be bothered. Perhaps I should. You're looking to get in the academy, are you not? Let me pose a question to you. Survive in the academy. A lesson must be lost as to what form it should take. Well, if you really shouldn't be out here, young man, should you? I'm thinking to spare them the effort of being killed. Perhaps I shall turn their skin inside out of lightning. Yes, it's a most impressive display. Or perhaps I could easily strip off their tunics and make. Or they could lose all control of their bodily function. I just can't seem to decide. We didn't do anything. Please, help us. Silence. It's not what they did so much as what they didn't do, which is prove themselves worthy. I'm exhausted from dealing with their mulings, so please decide for me. Let them go. And what could possibly convince me to do that? Поебал кочерышкой нахуй. Если тебя убедить-то, блядь. Now that has to be the day. Well, fine. Whoever you are, such a good sport. The boys can run. A lesson will give them something to chew on. Да, очки. Потому что я там их изрядно понизил. Из-за того, что... Побочным организациям. Давай. Чего у тебя есть, нету? У тебя одна часть.
Я же... Фу, блядь. Жезлы. Мечина. Мечани. Нахуй их забирай. Бластер. А вот это дайте их. Верлайна или Верпайна, блядь. Ситхов. Да забирай. Нихуя, я сейчас богатый буду. Шительная винтовка. Да забирай. Тоже забирай. Забирай. Это, ага. Плюс 8. Ладно, подумаю. Боевой имплант. Забирай. Забирай. Сейчас бабла нахуй. Вообще это здорово, я могу потом к тому этому козлу слетать. И там кое-какие штуки понакупать себе. Так, а сейчас смогу, хочу это пострелять, еще это... винтовку там кому чё могу чё. Ух ты, у меня есть продвинутый огнемет, зачем мне лучше есть продвинутый. Так, 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 подожди, постой, хочу вот этого и вот то там у них. Я? Я? Злобный вообще псих. Маски, перчатки. 21, да? 20. Хуйня, короче. 19, 19, 18, 15. Да. Так, и теперь бластер. Где? Ой, да хрень, конечно, ты посмотри, это покруче будет его, его изначальная рефлексы. Рефлексы, естественно. А, и у этого тоже все стоит, да? Среда. У этого тоже все стоит. Все. А, значит, так. Ага. Так. Бри. На. А, блядь. Так, на продажу. Смотри. Боевую броню. На нахер. Бен, Дарта Бентона. Легкая боевая броня. Силовая броня. На. У меня их целых три. На. Забирай их. Ты тоже. Забирай. Чего? Из Юростали? А чё такая дешевая-то? Забираю. Страшный меч Крат. Ну эти вот оружия такие, как бы они эксклюзивные, что ли. Хотя они ни разу. Типа, по сути, они-то мне нахуй не нужны. Так, и вот это для дроида всячески. Конечно, зачем они мне...
Так, продвинутые типа делают. 27 штук у меня. Вообще прям прелесть. Муа. Прям здорово, конфетка. Я богатый член. Иди нахуй. Гражданин. Look here, my dear friends. We have some newcomers to the colony, led by a Jedi, no less. I don't believe I've seen any of them before. Have you? I hate Jedi, and these fallen ones are worse. They always get into the academy, and they think they're better than the rest of us. Well, if he'd seen us before, we wouldn't be newcomers, would we? Smart-mouthed newcomers, to boot. Looks pretty fresh to me, Lasho. That's what I thought. Well, stranger, I don't know whether you're aware of this or not, but here on Korriban, the Sith do as they please. And we are Sith. Ну что ты сделаешь? Quite literally, whether you live or die depends on. О, ну давай, давай. What do you think of that? Это. Neither do I. I simply stated a fact. How many Sith there are in Dresde? Well, enough to crush this fool. Now, let's not be hasty. Yet offer up some amusement. Make us laugh, and we might live. Go on. I've heard this one before. I think. Quiet. And then. Так. That's the oldest joke in the book. Well, it certainly didn't amuse us, did it? Try again. Ты охуела, ты мразь. Oh, I see. Well, we'll just. It looks like this one's not afraid of you at all, Lasho. Are you going to let us be insulted? Oh, get over yourself already. I'm tired of this. Yeah, this one's got some backbone at least. Let's go. Fine. I'll deal with you later. Ой, да я ж твою жопу нахуй тебе на затылок натяну, блядь, дура. Ты посмотри, а? Лошадь ебаная. Распизделась. Будущие ситхи. Something you need? Кто ты такой? Nobody you need to know. I'm just here to try to get into the Sith Academy. Ha! They're weaklings, not worth anyone's attention. It's the Sith that are going to conquer the galaxy, after all. I don't know. I've been here for a few days now, and the Sith still haven't paid me any attention. Suppose I should consider myself lucky. I've heard of some of the prospects getting killed. Still, it's all a test, and I'll just have to be strong. Yeah. Пожалуй. Будь там. Go about your business, please, citizen. Вообще, блядь. Greetings. You've heard of that awful business on Edean, yes? Our corporate outpost there has been destroyed by the Wookiee savages. This could put back the use of Wookiee labor considerably. We may even have to abandon the planet completely. Ah, well, what can you do? Sorry, was there something you needed? We do some mining here, and are responsible for local our starport is mostly just freighters and such. But we do get many travelers that come here to. This office is actually our administrative headquarters for this region. Rather inauspicious, isn't it?
We offer good prices here to those traders that keep the... If you're in need of anything... Так. You, sir. Что? Аптечки. О. Ну. Мне вот отмычки. Легкая броня Экзаракуна. Блять. Цветовая броня. Печани. Святая боевая обязанность кратов. Тяжелая броня кратов. А чем разница? Так, сопротивление урона против холода. Огня против звука. А, 6000, 5000. Нихуя, у меня же глаза нахуй округлились. Тяжелый. Усилитель зрения. Верпайна. Честно, я даже не знаю, на что здесь тратить-то. Отвлекают меня. Ладно, пока ничего покупать не будем. Ну его нахуй. С его штиблетами. Шмотами. Хотя вот, ну-ка, давайте... Сохранить. Сохранять. Давай... Так. Чё тут? 9, ловкость 3. А, вот это можешь попробовать. 7 ловкость 3. 5. Ага, 4. 9-2. 9-2. А, 1. Давай попробую, куплю вот эту вот святую. Ты ее носил-то хоть? А это кто носил? Ладно, давай я возьму сейчас вот эту, и я так как я сохранился. Вот эту. И теперь просто посмотрим, что из этого хорошо сидит. Смотри, 23, да? А, это... 25, да? 25. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Тупо. Святая броня. Тоже что-то не очень.
Так, а обычно тяжелое. Ага. Ну разница во сколько там? Ну а чё вот это, блин? Всего же ловкость плюс один, да? И минус два защита. Не, нахер. Не будем чё покупать. Загружаем. Понятно, все. Короче, с ними. Нахер и не надо, значит. Так, итак, меня немножко отвлекли. Немножко всего там. На 5-6 часов всего там. Так. Следом Карибан, Карибан. Не то чтобы я украл его, я просто его одолжил, потому что Давик помер. Ну, типа, ну, буду честным. А, так, сразу идем на корабль. Найдем. Красный 47. Так, грузовой отсек. Так, где-то вот здесь вот. Так. Ищем. О, подожди, здесь что-то. No problem. Didn't work. Красный 47. А
чё до этого ты его, блядь, не мог открыть? Баранище тупой. Специи. Взять. Чё за хуйня сейчас была? Ты ж сам видел, да? Я такой... А он... блядь. Didn't work. Или как? Don't work. Ну, короче, не работает. Блядь, козлина. Вот сраная козлина. Ещё... Брачара. Наебал меня все. На 200. Наебалово. Это просто ужас. Так вот. Ой. Съел шоколадку с ромом. Так. Знаешь, мне нужно больше. Вполне сойдет. Просто заберите специи. И не... Мне... Не нужны ни они, ни твои кредиты. Или 2000 кредитов, или я отдам этот груз властям. А, вполне, вполне отыщено. Так. А. Инкуинкука, инба ничалора кун, тун абашун ни чунчи, какин ча навабагаон. Чино молирани любо тонкин ба, но кунецак. Так, а если с помощью силы убедить его? Чива айта канки джио каку. Куба баска дуана чичопа муска. Какин джа налабага он. Кинба нича лора кун. Так. Ну вот это гоночный, да, червь этот? Никава, дупака! Патрица, патрица! Кон мули снимо пои ванга кун вискин. Чи ита канки чанга киликон. Так, ладно, сделаем, давайте сделаем. Кон хит вама акти инко туне. Так, давайте. Вот видите, как хорошо опыт-то идет. Так. Новый уровень. Печальная скрытность. Так, внимание. Убеждение. Взлом. Взлом, блядь, сука. Так, сила. Шать людей. Так, ну чё? Ебашим. Ты чё это? Джо, прям расстояние.
Очки, блять, одевай. Вот эта беготня меня... Жаль, что не выходит на Star Wars Fallen Order. Короче. Потому что... Блин, чипки повышибал. Татуин. Я ролики пропускаю, они нет, нахер не нужны. Тем более захват видео их не берет, потому что там кодеки, видать, очень древние, старые. И даже просто с... Потому что пиздец какой-то. С это с, заглянем просто вот этот Гаффи наебал нас по полной, вообще развел. Вот здесь дверь зеркан. А он говорит, в магазине зеркан, магазин здесь либо офис, а охотничья, это... Там его тоже нет, там охотник. Так. А чё у нас? Быстро. Это охотничьи вот моты. Так. Раз уж мы являемся контрабандистами, что-то типа того, я надеюсь, мне перепаю. И все. Так, давайте силы. Все выполнено, да? Все, все, да, выполнено. Все здорово, брат Бастилы, козел. Какой Бастилы? Миссии, блядь. Миссии. Так, давайте сюда сейчас заглянем. Может здесь все-таки. Я охотников всех поперебивал. Я не думаю, что так, потому что, ну, ну уж, вот про это, там бы уже все сдохли.
Типа я бы только трупов бы доставил и все. Блять. Ты заебал. Все. Добро пожаловать. Ай, заебали. Чем, блядь, ты тут? Кипиш какой-то наводит. Хотя как-то они меня даже чуть не мочканули. Я что-то не пересрал, думаю, что за хуйня, типа, почему. Не, нахуй. Нихняя хуйня неинтересна. Только как они себя ставят ситхами. Так. Так. Во-во-во-во-во. Да? Никава, дупака! Патрица, патрица! Кон мули снимо по иванга кун вискин. Уба баска дуана чичопа муска. Кинба нича лода кун. И юма батмалья уму. Патога як фули кукала джиджи. Диска досоки, копа боно накачу, лабора на уинки смактома, куями джузку читанай, учуа пенки, топа на ото вокаса, юбабато канчи, я тука чива айта канки ча на чупорнибо, кун мули ра снимо пойванга, тони твама джи, юман ак ин икатуне. Папоно накачу, лабора, куями, джузку, чита пенки, топа на отово, пато, тонхи твама аки инкотуне, потонхи твама чи аки инкотун, тонпа но кун, но нек, чи ви айта ка чон чича, ки мули. Диска досоки, копа боно накачу, лабора на уинки смактома, куями джузку читанай, учуа чива айта кан кича на чупорнибо, кун мули ра снимо пойванга, тони твама. Инкуинкука,
Kinpa nikcha loda tun. Tun abashun ni chunchi. Kakin cha nawabagaon. Changwaba chingyo shangwi chama u. Ucham. Tongi tu jiska dosoki. Так. Что он продает? Волокнистая петля вар... На ней же все сосуд. Джурганакальте. Доминатора Сиро. 2,5, бля. Нихуя, 12. Рука. Там мне 41. Светлин этого. На один всего лишь выше. Блин. Я хер знает. Что-то мне, блин, не кажется. Надо сейчас сохранюсь. Kun muli ras limo poi wanga ton kin ba nok chiwa er aita kan ki ji yo kaku sa ka kin cha na wa ba так вот мощную броню Джурга на кальта. Ну давай, давай возьмем. Ага, блядь. 15 тысяч, нихуя себе. 15 тысяч, блять, не то. Ебать. Не, хуйня. Хуйня. Короче, не, бля, себе. Позак, да? Как, нет, иди нахуй, пожалуйста. Больше ваши позаки, вот это хуй, блядь, так. О,
понеслось. Ты охуел, слышь ты, блядь. Железка. Сейчас тебе так мяу-мяу и все. Я типа добрый. Микель. Leave me be. Can't you see that I'm busy? Isn't that obvious? You must be very sharp. Deception. Obviously death, however, since I asked you to leave. Так. Good. I don't want to miss this for anything. Leave me. No, you may not. I'm busy amusing myself, and I'm not going to miss any of the fun. Now get lost before I teach you a lesson. Нам урок хочешь быть? Так. You'll get your turn soon enough, fool. And when you do, I will be there, laughing as you collapse. Please, don't hurt me. I am too... Дуфа-дан-дельфа. Бури-фи-дан-дельфа. Seems like not much to do to be worthy of good boy. Так, Микель, блядь, ты охуел? Is there something specific you wanted? Микель, блядь. That is the whole point. Personally, I think it's wonderful fun. Those fools actually think that if they stand there long enough, I'll let them become a Sith. Idiots. Sith is not a bantha, all endurance and no brains. A Sith would fight for his life, no matter the odds. If these rotgrubs are as stupid as they seem, then they deserve their fate. Yeah. It's a test, all right. It's a test to see if they're actually fool enough to die. If they don't, however, an accomplishment. You should not toy with people. Where they stand, it would at least be more direct. Hmm. Standing out here all day, however. Dinner. It will be fun to think of that. They'll be here in an hour or two, surely. Long before I decide to make you part of Так.
Ой, дурак нахуй. Ты. Чё, блядь? А тебе-то чё? I see. And who might your friends be? On your way, citizen. You are neither a Sith, nor do you bear... Так, тогда... I have been conditioned to resist... Menzen, please. No one... Messages and deliveries must be have been conditioned to It is the device given to one who has been accepted into the academy, but has not yet proved their worth. If one of the Sith decides you are worthy, you will be given one. Which you must then take to Yathura Ban, who I believe is in the cantina. It is she who decides which hopefuls enter the academy. Так. Понятно, понятно. Блять. Куда мне пиздошься? Бар, да? А, ты слышал, что когда Сикс признает подающую надежду надежным, тогда ему дают медальон, который должен быть представлен. Мастеру Ситх, которая затем решает, какие подающие надежды новобранцы поступят в академию. Ее можно иногда найти в столовой колонии. Тебе нужно проверить, вернулась ли она в столовую. Это, короче, баба. Хорошо, идем. Идем за ней. Да, блять, уйдите, пожалуйста. Нахватит. Так. Круто.